Вернемся к новостям в нашей стране. 7 тонн контрабандной рыбы пытался провести в Усть-Каменогорске житель одного из сел. Груз обнаружили стражи порядка при досмотре грузовика на трассе Омск-Майкоп-Чигай. В машине лежали 280 мешков с судаком на 50 миллионов тенге. Но документов на них не было. Полицейские не исключают, что рыбу хотели вывести по поддельным накладным в Россию. Сейчас идет следствие, которое установит, где выловили речных обитателей. Выясняет также, кто был заказчиками и где пункт назначения браконьерского улова. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений. Данная статья влечет лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.